Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет, страница 47, упражнение номер 5. Начерти два отрезка длиной 10 см и 6 см. На сколько сантиметров первый отрезок длиннее второго? Итак, чертим первый отрезок. Его длина 10 сантиметров. Чертим второй отрезок. Его длина 6 сантиметров. Чтобы узнать, на сколько сантиметров первый отрезок длиннее второго, нужно из длины первого отрезка вычесть длину второго. 10 минус 6 равно 4. В скобках пишем см. На 4 сантиметра первый отрезок длиннее второго. Записываем с большой буквы слово «ответ». Ставим две точки и пишем «на 4 сантиметра». Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.